Это внутренний дворик нашей гостиницы, которая в Язде. Бассейн для охлаждения. Вот это наш номер с витражами. Красивый очень. Там что-то написано по-персидски, я не знаю. Здесь такой балкончик на противоположной стороне. И вот слава турист на гамаке. Турист из Москвы. Гнезда, гнездой птица живет. Турист из Москвы. Очень удобный столик здесь, можно чайку попить, полежать. Птичка, видите, живет вот там прямо. О, и вот гнездо в лампе. Птичка свела. Воздуховод сними. Вот, а это вот знаменитый воздуховод. Ой, надо через гамак пройти. И там птичка. Вот гнездо. И вот оно, воздуховод для охлаждения. Вот. Отсюда воздух поступает, охлаждается с помощью бассейна. И здесь прохладно. Очень классно.